Добрый день, компания Zapkia. Перед нами автомобиль Grand Starex. Замена клапанной крышки. При осмотре автомобиля вот здесь вот была обнаружена трещина. Вот ее даже видно. Отсюда гонит масло. Все в подкапотном пространстве в масле. Будем менять клапанную крышку сейчас. Для этого нужно будет снять топливные форсунки, топливные трубки и открутить болты по периметру. Сейчас, когда мы снимем с вами клапанную крышку, посмотрим устройство внутри, посмотрим новую и поставим на место. Фиксация идет. Ну что, сняли с вами клапанную крышку. Вот так вот выглядит автомобиль без форсунок. Для того, чтобы поменять ее, соответственно, потребуется вот новая клапанная крышка. Держи. Могу номерочек вам показать. Вот, смотрите, номерок. Потребуются нам новые медные шайбы, всегда ставятся, и колечки резиновые именно на Евро-4. Вот они стоят на форсунке. В принципе, ничего сложного. Обезжириваете, зачищаете, все. Кольца мы, допустим, перед установкой обжигаем, то бишь накаляем их до красна, они остывают, и форсунку ставим на место. В принципе, все, всем удачи, не ломайтесь, приезжайте.